Приветствую всех на моем канале. Давайте посмотрим послание предков духов вашего рода. Сегодня, 14 числа, что посоветует, что подскажут духи предки вашего рода. Оракул солнца сегодня я взяла. Вчера с ним общалась и увидела тоже там карту предков. Вот ищем карту предков в этом оракуле. Это послание не на сегодня. Кто сталкивается с темными энергией, с магией, с завистниками, с врагами. Ну, иногда, знаете, как бывает, что люди не знают. Так, давайте посмотрим. Здесь найти в семье что-то у кого-то, как какой-то холод. Ну, знаете, как нужно этот холод растопить, что-то изменить в отношениях, не заканчивать, а именно что-то изменить. Знаете, здесь нужно кому-то посетить церковь, кому-то сейчас идет пост попоститься. Так вот, передают очаг, Вальпургиева ночь, благополучие, защита. Знаете, что вам говорится здесь? Здесь, возможно, была какая-то магия в вашей семье, на ваше благополучие, на вашу любовь, на ваши отношения. Но у вас хорошая защита, защита предков. Ваша любовь, как посланная вам свыше, знаете, как защищают. С вами сила. Сила, и вы придете к своему благополучию. Вас сами силы сейчас очищают. Защита и кувшинка. Знаете, как очищение с помощью сильных, сильного рода. Вы как, знаете, у кого-то род стал намного сильнее. Возможно, вы тут молились кто-то, да? Вам говорят здесь, что у вас очень сильная защита рода. Очень сильная. Вы не переживаете, даже если есть какие-то темные, какие-то нехорошие дела вокруг вас. Вы под защитой, ваши отношения под защитой. Смотрите, здесь какая птица, да, сидит. Сильная какая-то защита на вас. Защищает вашу семью, ваш дом. Вот, хотят вам сегодня, смотрите, какое интересное послание. Будьте мудрее. Мудрость. Еще карта сила. Так что вот так вот благополучие вас ждет, какое-то вот очищение, что-то хорошее идет в вашу семью, в ваш дом. Предки вам хотят об этом сегодня сказать. Такой был расклад. Всем вам доброго. До следующих видео.